Здравствуйте, мы продолжаем разбирать тему impossible to possible или невозможное возможное. Итак, следующий абзац. Мы переводим подробно для того, чтобы хорошо понимать смысл и затем уметь пересказать своими словами и таким образом расширять свой словарный запас и свои разговорные навыки. Итак, for all of these years, все эти годы, I dreamed about, я мечтал о том, чтобы starting, начать my own business, свой собственный бизнес. And I'd read books about it, и я читал книги об этом. And I made a couple of little tiny attempts, я сделал парочку, a couple of, парочку, little, маленьких, tiny, крошечных, attempts, попыток. But I didn't really commit 100%. Но на самом деле я не посвятил себя на 100%. And I kept, я продолжал, kind of, типа, как бы, kind of, это типа, как бы. После глагола keep мы используем глагол с винговой форме telling. Я продолжал как бы говорить себе, telling myself, I need to start my own business. Мне нужно начать свой собственный бизнес. I'll do it. Я сделаю это. But just kind of, но я просто типа как бы let it fade away. Позволил этому, ну, вот этой своей мечте начать бизнес, как бы так, стать более такой блеклой, рассеяться. And instead of, вместо этого, I focused, я сфокусировался на том, just getting a better job, на том, чтобы просто найти лучшую работу. Job здесь противопоставляется бизнесу, то есть любая наемная работа. Getting a job that's better, that's not as bad. Найти работу, которая лучше, которая не такая плохая. And I started getting good at that. И я начал преуспевать в этом, как бы становиться успешным в этом, good at that. I started finding jobs, я начал находить работы, that were a bit better, которые были немного лучше. Сразу здесь немножечко про произношение. Американцы в словах, когда в середине слова есть «т» и есть гласные с двух сторон, произносят ближе к звуку «д». Better. That didn't make me miserable. Которые не делали меня несчастным. That I wasn't super happy at. Такие, на которые я не был особенно счастливым. But I wasn't unhappy. Но я не был и несчастным. And that's a recipe for disaster. И это рецепт для катастрофы, для крушения. Because, потому что then you just get stuck. Потом вы просто застреваете, увязаете in this kind of, такой, как бы, kind of, мы помним это, как бы, типа, mediocre, посредственный life, жизни. Well, luckily, на счастье, I actually started getting problems. Я начал получать проблемы in my jobs, на своей работе. And started getting miserable again. И опять стал таким несчастным. And then, и потом, finally, наконец, I just decided. Я просто решил. One time, как бы одномоментно принял решение. It was actually, это было на самом деле, on a New Year's Day, в Новый год. I just decided no more. Я просто решил, все, хватит. Больше нет.
So I decided, и так я решил, I would never work for another person again. Я никогда, never, не буду работать на другого человека снова. It didn't happen immediately the next day. Это не произошло немедленно, на следующий день. I still needed money. Мне все еще были нужны деньги. And it took me, и это взяло у меня, a couple of years, пару лет. But I committed to it. Но я был предан, я был посвящен этому, этой мечте, этой идее, этой цели. I wrote about it on a blog. Я написал об этом на блоге, on a website, в интернете на сайте. And everybody could read that. И каждый мог прочитать, что I was gonna start my own business. Что я собираюсь начать свой собственный бизнес and be free. И быть свободным. Следующее. In fact, на самом деле, I started a whole blog. Я начал целый блог just on the topic, просто на тему of how to be financially free. Как быть финансово свободным. And I wrote on this blog for several years. И я писал на этом блоге несколько лет. And it was, и это было kind of, как бы my way, мой способ, мой путь, publicly committing to this decision. Как бы перед публикой, перед всеми посвятить себя этому решению. I did eventually start, и я действительно eventually, в конце концов, did у нас тут усиление, я действительно начал effortless English, это курс английский без усилий, and learn real English, и изучайте реальный английский, настоящий английский. And now I am financially free, и теперь я финансово свободен, and I don't work for other people, и я не работаю на других людей. So it happened, и так это произошло. It seemed impossible for years. Это выглядело невозможным в течение многих лет. But it was possible. Но это было возможно. I just let myself dream big again. Я просто позволил себе мечтать о великом снова. And I committed. Я был посвящен, посвятил себя. I announced it to people. Я объявил об этом людям. And I took action. И я предпринял действие. And I did it. Я сделал это. So, it's really important. Итак, это очень важно. To announce it. Объявить это to everybody. Объявить это каждому. And to schedule it. И запланировать это. By this time, к такому-то времени, I will do it. Я сделаю это. And let everybody know. И позволить каждому, позволить всем узнать об этом. Don't keep it a secret. Не храните это в секрете, в тайне. Because then, потому что тогда, it's easy to sort of, своего рода, как бы, forget, забыть about it, об этом. Итак, мы разобрали с вами еще один отрывок. Продолжение в следующем видео. Смотрите за, следите за обновлением. Успехов! До встречи!